И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня вы смотрите первую ЗЛПшку, которую я уже записал. Если она вам, ребят, понравится, то обязательно поставьте лайк, если вообще вам эта вся тема нравится, если вам нравятся подобного рода ролики, то я буду записывать их как можно таки чаще, поэтому давайте наберем 100 лайкосов на первой нагибаторской ЗЛПшке, и я запишу уже следующую. Ну, у меня, в принципе, на этом все, приятного просмотра, давайте. И здорово, нагибаторы! Первый фрагмент у нас ЗЛПшки нагибаторская. Покидаем сегодня тут золотые ящички. Попробуем что-нибудь для вас записать. Надеюсь, что это будет не одна какая-то нагибаторская каточка, а будет у нас больше каточек, больше трэша, больше всего интересного. Первый золотой ящик уже у нас на карте прямо сейчас будет падать. Меточку я уже как раз-таки нашел. Меточка у нас по центру. Согласился мне помочь один жесткий нагибатор с нашего канала, за что я ему могу сказать только спасибо. И попробуем забрать сейчас этот нагибаторский золотой ящик, и я его забираю. Есть первый голд, первая ЗЛПшка и первый респ. Как только заберем джаггернаута, сразу подрубимся. Ну и наконец-таки я забираю джаггернаута, второй фрагментик, карта шоссе, уже карта у нас сменилась, на той карте у нас ничего не получилось, меточку я уже вижу. Попробуем как-то сейчас немножко жестко тут отыграть, засейвиться, главное, конечно же, не слиться, не хочу я тут прям так быстро уходить на респ, золотой вижу, надо бы его забирать, сейчас попробуем еще свестись, сводимся, одного уношу, забираем изи золотой. Надо сейчас немножко отъехать, Следующий голдик, ты можешь так быстро, жестко, так нагибаторски не бросай. Конечно, то у меня даже нету времени очнуться. Где у нас золотой? Не вижу. Не вижу я меточки, А меточка у нас на большом мосту, совсем вообще в другой стороне. Успею ли я доехать? Ну, как минимум, я туда сейчас накину урона, Давай, давай. Ух ты, даблкил хороший выдал. Сейчас попробуем немножко засейвить. Ну и давай, сбрасывай следующее. Думаю, будет нормально, Я сейчас, в принципе, не должен сливаться, как на осе. Центр гол. Прямо, едь прямо. Вот тут. А, вижу, золотой. Как жалко, что, конечно, там не контейнер падает. Если бы там бы падал бы контейнер. Сейчас мы вот так вот сделаем. Откинем всех и на джаки прям жестко прыгаем и забираем золотой. Супер, просто нагибаторски получилось. Надо сейчас, конечно же, не слиться, Давай, сольем его, сольем. Пожалуйста, Слил. Есть. Надо было, конечно, тебе чуть-чуть подождать, чтобы я хотя бы поднялся бы куда-то выше. Сейчас поднимусь. И где он? Вижу, там меточку. Там. Вижу. Чуть-чуть с другой стороны только. У нас золотой. И попробуем сейчас слить, пацанов. Слить. Обязательно. Есть. И забираем еще один золотой. Вообще супер. Сейчас я поднимусь на большой мост хотя бы. Мне нужен овердрайв, чтобы не слиться на голде. Сейчас чуть-чуть подождем. Еще одного сольем. Есть. Ну и давай, овердрайв у меня уже появился. Можно следующий смело голдецкий сбрасывать. Карта, конечно, большая. Не всегда я могу быстро найти точку. Вон точка у нас снизу, точка. И не знаю, как мы ее сейчас будем забирать. Ой, это ты, сори. Спасибо. Попробуем, вот так как-то сделать. Не знаю, получится мимо, голда, я прыгнул. И нагибатор у нас какой-то с ником G1515O забирает золотой ящичек. 4 минуты у нас до конца катки осталось еще. И я думаю, что еще пару нагибаторских голдов можно взять. Осталось только сейчас получить быстрый овердрайвик. Ну а ты можешь, в принципе, уже скидывать следующий. Следующий нагибаторский золотой. Я овердрайв себе уже поднабил. Еще дабл дал, еще овердрайв есть. И вот вижу, где у нас голд появляется. Он появляется чуть-чуть на другом мосту. Попробуем сейчас его отсюда забрать. Надеюсь, что мне никто не помешает. Было бы, конечно, прикольно, если бы еще у нас какой-нибудь жесткий нагибаторский рандомный голдик упал. И забираем, забираем золотой. Мне надо засейвиться, быстро, быстро. Еще бы, еще, блин, и меня сливают. Давайте, как только заберем джаггера, сразу продолжим. Ну и наконец-таки я забираю джаггернаута на карте Соликамск. Надеюсь, сейчас будет без никаких приключений. Быстро сейчас понагибаем, половим золотые, и будет все у нас жестко нагибаторски. Давайте сразу скидываем голдецкий, пока у нас ничего тут не произошло. Овердрайв у меня имеется, это очень-очень хорошо.
И давайте, давайте сразу ищем точку, сразу ищем точку. Где у нас точка выпадения золотого? Не вижу, не вижу точку, не вижу точку. Она где-то в центре, наверное, нет? Ах, вон там точка, ё-моё, я ее видел. Я там стоял даже. И серьезно, серьезно. И парень у нас спокойно. Не забирает, не забирает, не забирает. И, блин, если бы я бы сейчас бы слил бы еще бы этих двух парниш и забрал бы жестко этот золотой ящик, было бы, конечно, очень прикольно. Но следующий сразу скидываем золотой. И посмотрим, где этот ящик у нас будет. Сразу газуем в центр, газуем в центр, в центр, в центр, в центр. Ближе к центру точно у нас будет голд. Где он у нас падает? Уже должен где-то лететь, должен лететь. 100% не вижу я точки. А где точка у нас выпадения? Опять у нас на базе она, значит, да? Или где она у нас? Ах, вижу, 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 падает, падает. И опять я профукал. Или не профукал? Нет, профукал все-таки. Опять голдецкий. Еще один золотой профукал. Забирает у нас его Диспосита. Поздравляем нагибатора. И следующий голдецкий у нас уже прямо сейчас будет на карте. Так, где у нас голд? Где у нас голд? Где у нас голд? Где-то опять тут, походу, падает, да? А, вот он здесь падает, да? Или где он? А, да, вижу, вижу метку. Вижу точку. Нет у меня овердрайва. Это очень плохо, потому что я не смогу откинуть противника. И поэтому надо быстро сейчас здесь вот так вот выкрутить, выкрутить. И забираем голдецкий. Надо быстро отъехать, 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 отъехать. Еще отъехать. Супер, супер, супер. Отъезжаем. И скидываем еще один голдецкий. Давайте дальше идем. Где у нас золотой? Не вижу, где он у нас падает. Ага, вижу точку. Вижу точку золотого. Попробуем сейчас где-нибудь с этой стороны его забрать. Надеюсь, что у меня получится. Для начала надо свестись по пацану. Сводимся. Сводимся. И вот сейчас так вот забираем жестко. Это прям уже непростое какое-то ЗЛП у нас получается. Получается у нас какой-то троллинг на джиггернауте, я бы даже сказал. Сразу скидываем золотой, чтобы на меня сейчас не было много внимания. Чуть-чуть отъедем, чуть-чуть отъедем. Отъедем, 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 отъедем. Отъедем. Пока у нас очень хорошо все это дело получается. Я вижу точку золотого ящика. Или не вижу? Ага, вижу, вижу, вижу метку. Вижу метку, свожусь по диктатору. И получается, получается у меня свестись. Сливаем опять четырех игроков. И очень круто забираем еще один голдецкий. Попробуем сейчас немножко отъехать. Подкопить овердрайв. И сразу можно будет приступать к следующему золотому. Да, скидываем следующий. И... надеюсь, что сейчас все четко у нас получится. Где у нас только точка? Надо, главное, найти меточку. Не вижу я, где у нас будет падать сейчас этот золотой ящик. Ага, вижу, вижу метку. Она очень далековато от нас находится. И успею ли я доехать до нее? Вот в чем вопрос. Не успею, наверное, доехать. Все-таки карта не самая удачная. Но сливаем, 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 сливаем. И чуть-чуть еще бы... мне бы повезло бы с тем, что у меня был бы не такой жирный корпус, и я бы, может быть, забрал бы золотой, но и меня сливают. И на этом фрагментике мы будем заканчивать с первой ЗЛПшкой. Я надеюсь, что она вам, ребятки, понравилась. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Но у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем покедова.